Перемена погоды повлияла на ситуацию на дорогах. Проезжая часть тротуара оказались покрытыми слоем льда. В этот период появляться на улице становится небезопасным, особенно в тех местах, где не посыпано антискользящим материалом. Краснолучская спасательная служба обращается к жителям и гостям города, чтобы соблюдали элементарные правила личной безопасности. Сотрудники ГПСО МЧС ЛНР настоятельно рекомендуют ни на минуту не утрачивать бдительность и осторожность. Проявляйте чуткость и оказывайте своевременную помощь пострадавшим. Для предотвращения травм и ушибов надо выполнять следующие правила. Обратите внимание на свою обувь. Подберите ее не скользящую, с подошвой на микропористой основе. Модницам рекомендовано отказаться от высоких каблуков. Смотрите себе под ноги, старайтесь обходить опасные места. Если это сделать невозможно, то передвигайтесь по ней как лыжник, небольшими скользящими шажками. Наступать следует на всю подошву, ноги слегка расслабить в коленях. Будьте предельно внимательны на проезжей части дороги, не торопитесь и тем более не бегите. Старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью. Руки по возможности должны быть свободны. Старайтесь не носить тяжелые сумки, не держите руки в карманах, это увеличит вероятность падения. Если вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения. В этот момент постарайтесь сгруппироваться и, перекатившись, смягчить удар о землю. Не пытайтесь спасти вещи, которые несете в руках. Не торопитесь подняться, осмотрите себя, нет ли травм. Попросите прохожих людей помочь вам. Помните, особенно опасны падения на спину, вверх лицом, так как можно получить сотрясение мозга. При получении травмы обязательно обратитесь к врачу за оказанием медицинской помощи. Водителям при гололедице следует пользоваться следующими приемами безопасного вождения. Ехать необходимо очень медленно, осмотрительно и исключительно плавно. Съезжая с крутого склона или подъезжая к повороту, нужно не пренебрегать безопасностью. На перекрестках опасайтесь столкновения с машинами, следующими в поперечном направлении. Лучше повременить с выездом на перекресток, чем поставить себя под удар машины, которой управляет неосторожный водитель. На пешеходных переходах и в других местах возможного появления пешеходов на проезжей части проявляйте повышенную осторожность. Помните, что пешеход также идет по обледенелой дороге и не имеет возможности быстро остановиться. При движении по обледенелой дороге не следует полностью полагаться на противоскользящие материалы, которыми посыпают дороги.